Дом на грани обрушения. Аварийным здание по улице Дыбовской, 18, признали еще в 2010 году. Только вот сдвигов пока никаких. А накануне под завалами едва не остался грудной ребенок. Люди обили пороги, пожалуй, всех инстанций и уже готовы дойти до президента, написать письмо с просьбой о помощи. Антон Киселев своими глазами увидел все прелести аварийного дома. Этот дом рискует скоро обрушиться. В нем проживает 16 семей. Здание постройки 1954 года буквально расходится по швам. С фасада обваливаются кирпичи, в стыках трещины, а жильцы, опасаясь за свои жизни, готовы писать президенту. Даже мы с мужем заходили к какому городу. Дремасову заходили. Даже он обещал пятиэтажку. Вот. И это обрадовались, что скоро переедет. И вдруг слышим, что 19-й дом. Я пошла этому Бисимали, говорю, как это, говорю, переиграли. Он говорит, они быстрее вас документ сдали, говорит. По словам жильцов дома, чиновников у них в гостях побывало немало. И с акиматы, и ЖКХ, и даже спасатели были. А штукатурка с потолка все так же падает, полы трещат, а дыры в стенах становятся больше. Вот на прошлой неделе под завалами чуть не оказался грудной ребенок. Плохо. Сидим, боимся за детей. Что потолок рухнет на них. Дом старый. Рухнет вот-вот, а мы все под ним останемся. Нельзя так оставлять. Надо меры какие-то принимать. Согласно техническому заключению, дом по адресу Дыбовская, 18, признан аварийным еще в 2010 году. Всех жильцов поставили в очередь на новое жилье. И сейчас ничего не остается, кроме того, как ждать. На тот период просто все жители, а именно в этом доме расположены наши 16 квартир, они просто, ну, не все эти документы сдали нам. Те соседи, которые, о ком вы говорите, это Дыбовская, 19 дом, насколько мне память не изменяет, то они более, как говорится, быстрее собрали все документы. В общем, проблема решится как только, так сразу. А то, что дом разваливается прямо на глазах и вполне вероятно угрожает жизни десяткам жильцов, несравнимо с неготовыми вовремя документами. Антон Киселев, Дурен Дюсембиев, Рустам Джумашев, ТДК 42.